Эй, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Fallen Angel, либо Падший Ангел. В прошлой серии мы убили босса. А, это крыша цитадели. Так, смотрите, с чистилища мы вышли на крышу цитадели, и мы переместились уже в руины Дольного Неба. То есть мы вышли из чистилки. Крылья Падшего. Чтобы начать планировать, продолжать удерживать кнопку или клавишу прыжка. О. Ну вы поняли. Так, вопрос. Это у нас... Да, крылья Падшего. Чтобы начать... То есть вот эти камни это наши способки. С другой стороны, наша одна способность будет даваться нам за одного босса. Ну смотрите, если я такой... Ой. А, подожди, а он не сохраняет мою ХП? Видите, он дает одну ячейку, ну, один патрон. Если мы наносим снова урон и снова, тогда увеличивается. Так, мне вот это планировать мне не очень удобно, на самом деле. Так, много ударов мы делать не можем. Может, мне лучше восстановиться? Игра сохранена. Ну, видите, игра сохранимается. Игра сохраняется, где мы? Отель Царствие Твое. Колыбель человечества. Перемещение. Петр. О, приветствую, сударь. Приветствую, добро пожаловать в отель Царствие Твое. Петр Первый, да. Эки, ты грозный парень, а? Какое чувство, что я тебя уже где-то видел. Ладно, поставь вот ту свою подпись и на этом все. Если хочешь, всегда можешь посидеть и отдохнуть в фойе. Слушай, если когда-нибудь увидишь одного такого по имени Ион, гони его сюда, ладно? Опять на смену опаздывает дурень. Кнопка действия использована. Nice. Так, демонический облик. Принять демонический облик можно, когда целиком заполнена шкала гордыни. Гордыня — расчет при нанесении и полученном уроне. Я понял. Принять демонический облик можно когда целиться. Ты слышал когда-нибудь про ангела по имени Азраиль? Я-то сам уже ничего не знаю, только послышал. Но то, что про него рассказывают, жуть. Силен, он говорит невероятный черт. С такими не хочется повстречаться в темном переулке. О, не обращай внимания, я просто время провожу в ожидании вечности. Интересно, какие у него еще дела есть. Знаешь, такого горляля. Гавриила. Как по нее, ну, уж больно нос задирает. Носится туда-сюда, слово от слова хозяин. Ему еще много чего надо научиться, чтобы их из него вышел толк. Плохо, знаете, что здесь? Нету в настройках именно громкости... Не игры, да? Ну, типа, музыки. Потому что голосов я почти не слышу. С тех пор, как начало сменилось, тут все стало не так. Начальство сменилось.
Короче, здесь у нас что-то будет, потому что закрыты две двери. Это такая шутка оптимизация была или что? Я минуты, где-то две минуты я просто стоял на месте. Снова, вот снова, только что просто зависло. Просто я атакую, и оно фризит. И я не понимаю, с чем это связано. Вот в чем проблема. Мне плевать на облик кроваво-красный этот. Так, у нас три прохода. Давайте сюда. Короче, я не знаю, чем это связано. Она просто лагает. Ну что это? Вот я просто ходить. Я просто не могу ходить. Походу, ой, игра очень быстрой стала. Что-то я не пойму, почему, что с игрой происходит. Короче, когда мы будем... проходить в какую-то локацию, я лучше буду... так сказать, сохраняться. Ну, не сохраняться, а просто останавливать запись. Ага. Типа, я не понимаю, почему это происходит именно... Вот, ну что это за скачки? Вот, теперь стабильные 60. Переходы между локациями я буду останавливать. Короче, я без понятия, что происходит. А, найс, камера еще сама куда-то улетает. Камера решила покинуть нас. Типа мы не умеем плавать? Как-то на самом деле очень странно это все дело работает. Вау.
А, она бессмертная, нихера себе. Хорошие новости для меня. Как-то он непонятно атакует. Я, короче, понял. Все это херня. Ой. Не то нажал. Не беда. Выберите улучшение. А я сам выбираю. Мощная атака. Чтобы осуществить мощный удар, зажмите кнопку и клавишу атаки. Так, апперкот, чтобы ударить, подбросить противника вверх, нажмите одновременно кнопку или клавишу атаки и прыжка. Воздушный удар, чтобы обрушить на противника сверху, находясь в воздухе, нажмите кнопку. Нажмите кнопку или клавишу прыжка. А, стоп. Ну, ладно. Типа, знаете, когда ты находишься в воздухе, и враги не могут тебя атаковать, которые снизу? Это идеальная способность, я считаю. Так, ну я рывки могу делать. Почему бы нет? Я просто куда-то... Так, там есть проход. Стоп, я туда вернулся. Я туда пришел, да? Нам храм же надо. Радиант пульс. Да, прикольно будет каждый раз вот так заходить. И звуки прибавлять. Ну, я ж типа на паузу ставлю. Ого. Пожалуйста, не лагай. Вот это я не знаю, как херню уничтожать. Она бессмертная. Мне интересно, что тут за черт бегает. Ау. А, его только стрелять надо. Окей, более-менее понял. Так, он им...
Монета музыка херячит. Так, я понял, мне нужно сходить сохраниться. Ой, блядь, ебанские лаги. Так, сияющие пруды я нахожусь. Две переносилки я потерял. Ау. Так, мы не оттуда, да, пришли ведь? Окей. Нихера там диджей идет. Так, а можно через эти? Нет. Тут. Странно, где сильные атаки? Он сильные атаки не делает. Может, потому что я не так часто нажимаю? Возможно. Джон. А, ты кто такой, черт возьми? А ну, в глаза мне смотри. Я когда-то... Ого! Кому слушал? Ну да, где теперь те деньги? Деньги. Эх, как же все так обернулось. Когда-то тут был настоящий рай. Краса неописуема. И вдруг бац, и все пошло наперекосяк. Стоило начальнику выйти за дверь, как архангелы, так сразу божьи генералы тут же друг с другом сцепились. А мы тут все оказались под перекрестным огнем. Ничего святого не осталось. Скажи мне, что толку быть богом, если все твои владения — куча золы? А, да что ты в этом понимаешь? Люцифер. Старик Пит просит тебя еще раз заглянуть в царство твое. В чем дело? Пит зовет меня обратно в отель? Ну хорошо, передай ему страну прохиндяя, сейчас приду. А то вон сколько бухла зря пропадает. Ну тут бухлишка. Ну пускай лан челики танцуют. Вот почему... Вау. Ау. Так, ладно, дать хилиться. Бац. Так, там спольчик, я понял. Тут что? Охранник. До этих мне вообще дела нет. Главное ульту не использовать. Короче, при загрузке не буду ставить на паузу, потому что... Ой. Звук уменьшается, а в настройки заходить каждый раз не хочется тоже. Чувствую, мне нужно будет на блоки попадать специальные.
Арафель. Вот так сюрприз. Что-то я не помню, чтобы приглашал на свой праздник хоть одну ушлёпку. Да, мы играем за Люцифера, что-то я за это не познал. Это что ли праздник, по-твоему? Я тут вижу только одинокого Бюрика, играющего со своими марионетками. Да вот, оказывается, по соседству я решил заглянуть к старому приятелю. Плевать, я хотел на твой праздник. Я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву. Это я-то, Бюрик? Я тот, вокруг кого тут все и крутится. Держи, а ну-ка дай карит. Понял. Блин, заново, почему оно не сохраняется? Ну, диалоги вот эти. Тогда типа с ними драться мне бессмысленно. По сути, я могу просто здесь находиться, и это безопасное место. Вау, а вот это может в меня попасть. О, тихо, тихо, дай подняться. А, чтобы вы понимали, я проскочил, да? Уже пришел, где босс, уже зашел, уже у меня была загрузка, но меня успели ударить. Типа, у меня ударили, когда я... Короче, вы поняли.
Уйди отсюда! Какого черта я не могу бежать? Как там? Много попыток нам уходит на босса. Почему я атаковать его не мог? Почему, когда он кидает, я не могу его атаковать? Да, видите, я получаю по два камня. Always ruin everything!
Как мне это бесит. Сюда докидывают тоже, оказывается. О, видите, три камня получил. Что? У меня забаговало, и он просто в огне урон получал. Вы издеваетесь, блин. Чтобы вы понимали, игра уж полная. Но в ней есть баги. И это бесит. И очень сильно, я вам скажу. Ага, прикол. Ой, пускай кидает. Он меня даже не задел. Алло. Но это нормально было. Кристаллы можно фармить. Я не спорю, кристаллы можно фармить здесь. Так, давайте сюда. За что? Вот за что? Как он попадает? Ага. Давай сюда. Я к нему не буду, я буду только с безопасного расстояния к нему подходить. Ага. Проверяйте. Подошел.
Не, я могу просто его застрелить, да и все. 4 удара надо. Босс, он несложный. Он чем-то знает? Уф, черт бы тебя побрало. Похоже, праздник окончен, ребята. Ребро мне дали. Сменить оружие, нажмите двойку. О, это не тратит, это у нас активка такая. Жесткая. Ну блин, у нас босс, я говорю, он никчемный босс. Но из-за того, что баги, да, вот я думал, типа, в форме демона я на шифте могу бегать. Нет, на шифте ты, блядь, набираешь мощь, стрелочка вот та, которая, чтобы сделать рывок. Рывок, да, он далеко убегает, но мне за это убили... Эй, ты для меня уже практически клиент номер один. Магазин... Магазин. Душа богохульника. Мгновенно дает максимальный уровень гордыни. Используется однократно. Стоимость 30. А, и хп... Я могу хпшек накупить, блядь, себе, да и все. Кость пророка. На 5 секунд дает эффект замедления времени. Используется однократно. Стоимость и хпшка. Ребро... Искупителя. На 5 секунд дает бесконечное количество боеприпасов. Используется однократно. На 5 секунд. Ну что такое 5 секунд? Кровь грешника. Мгновенно дает максимальный уровень здоровья. Используется однократно. Стоимость 60 патронов. Одну дают... Ну смотрите. Полностью мгновенно дает максимальный уровень здоровья. То есть... Две чеки пополнит. Нахер мне тратить кровь? Чтобы пополнить две чеки. 50% скорости передвижения на 10 секунд. Лампадное масло послушника. Плоть апостола. Позволяет чувствовать, где поблизости есть ничего интересного. Нечто интересное. Нечто интересное это что? А фиг его знает. У меня лучше будет хилки, вот честно. Ладно, давайте, короче, мы с вами на этом закончим. О, да, туда потом сходим в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.